Приветствую вас, дорогие друзья, игрушки Horrorfield. Давненько у нас не выходили на видеоролики по игре Horrorfield. Постараюсь почаще делать. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. В общем, в этой серии мы с вами поиграем максимальными левелами. Мэри 30 уровня, Лина 30 уровня и Маркусом 30 уровня. Я надеюсь на ваши лайки и комментарии, ребятки. Но сначала я хочу, как всегда, порекомендовать канал AlexPlay. Там очень крутые игры и такие же крутые, как Horrorfield. Даже есть лучше. Обязательно проверь, так ли это или нет. Заходи на AlexPlay и ты увидишь, там есть игра Dead by Daylight. Обязательно посмотри ее и сравни с Horrorfield. И потом скажешь отличие. Насколько же она крута, насколько же она похожа. Вот, ну а мы начинаем, ребятки. Слева, как всегда, будет видеоролик с канала Алекса Плея. И, кстати, да, мы там Dark Deception почти все главы прошли. Да, ребят, мы прошли главу со статуями, это было очень сложно. Видеоролик уже есть на канале Алекс Плей, советую его посмотреть. Это было очень долго, очень тяжко. Я трое суток пытался ее пройти, вот почему не было так долго видеороликов. Но я это... не буду говорить. В общем, посмотришь на канале AlexPlay. Первая милаха Мэри. Let's go, погнали. Let's go. Кстати, тут, по-моему, небольшие обновления произошли, да? Небольшие изменения. Я вот смотрю, были ли здесь коробки или нет. Ладно, может быть, что-нибудь обнаружим, найдем. Небольшие обновления и изменения. В общем, что конкретно нам не сказали. Так, окей. А, блин, кажется, он где-то рядом. Да вот фиг. Эй, какого черта? Я опять забаговался, ребята. Отстань от меня, отвали. А, мне, я не забаговался, у меня просто... Вылечи меня. Ах ты, блин, предательница. Ай-яй-яй. Нет, не надо этого делать. Кто дверь открыл? Какого черта? Как он прошел? Ой, фигово, ребятки, все. Давайте что-нибудь генератор. Надеюсь, я не попадусь. Он где-то рядом, блин, я спалилась. Ладно, у нас все под контролем. О, спасибо, пожалуйста. Куда ты побежала? Куда ты побежала, боже мой? Могла бы вылечить. Да, боже мой, он убежал. Я очень долго буду чинить генератор. А он еще и сломался. К тому же. Ой-ой. Нет, не трогай меня. Не трогай, пожалуйста, не надо. Нет. Отстань от меня. Боже мой. Где он? Мне нужна помощь. Кто-нибудь помогите, мне нужна помощь ваша. Спасите меня. Ребята. Ну что ж вы меня кинули-то все. На, блин. У меня нога болит, мне вывихнула ногу. Потрите мне спинку, чтобы она прошла, нога. Как ни странно, но она пройдет. Нужно всего лишь спинку потереть в игре Horrorfield. Тогда все моментально проходит. Ребят, да где же вы? На, ё-моё, сестренка моя. Я тебя спасу, не переживай. Может, у костра погреться? Вот он, может, она меня, кстати, вылечит? Я надеюсь, что она вылечит меня. Пожалуйста, спаси меня. Сейчас я буду аптеку брать. Вот, спасибо, благодарочка. Только не убегай. У меня есть граната, я спугну его. Нет, ну ты что делаешь? Мне немножко. Вот, отлично. На, все. Теперь я тебя вылечу. Ну куда ж ты убегаешь-то? Услуга за услугу. Ну, ладно. Лечись сама. Так, значит, давайте-ка, наверное... О, виллы такие. Чем тут занимались? Да я тебя не боюсь, маньяк. Ты мне ничего не сделаешь. Так, давайте дочиним здесь генератор. Мне кажется, мне уже маньяк сам боится. Он реально меня просто за мной не бегает. Так, так, так. Оу, май. Мне просто за окном все небо затянуло. Кажется, будет ливень и гроза. Надеюсь, это мне не помешает снять серию. Так, значит. Где-то здесь. Где ты? Иди сюда!
Трус! За мной, за мной! Да вот фиг тебе! Давай, беги, беги! Я спасу тебя! Кажется, сейчас добалуюсь. Слушай, ну мы спасли Гарри, да? Мне кажется, он на ноги уже встал. Он за мной бежит. Он уже здесь! А как он здесь уже оказался? Нет! Сюда иди, да! Сейчас помансим немножко. Где он? Эй! Ау, караул! Поймал ее! Боже мой, он ее забрал! Мэри, потерпи немножечко, я сейчас тебя спасу. Я уже рядом, совсем рядом. Я так близко. Мимо пробежал. Он понял, что это я, и думает, нафиг надо связываться с ним. Убежал просто. Да куда же ты туда-сюда бегаешь? Боже мой, ну что ты делаешь-то? Гарри, я вылечу ее, чинить! Да что ты ее по заднице хлопаешь? Иди чини генераторы! Боже мой, ну как можно? Тем более свою сестру. Боже мой, ладно. Как что-нибудь сказал, ну... Жесть просто. Бежим, бежим, побежали. Маркус разберется с ним. Ага, я разберусь, хрядушки вам. Эй, я сам сматываюсь отсюда. Кто это говорил? Боже мой, я скажу с ума. Ладно, давайте уже дочиним генератор где-нибудь найдем. Почему Гарри не чинит генератор? Боже мой. Вот тут, наверное, по-любому будет. Ну, Гарри попался. Вот же генератор. Ребята, ну помогите мне. Кто-нибудь. Аул, караул. Я слишком долго этим буду заниматься. Ой-ой-ой-ой-ой. Валим, валим, валим. Как же долго я бегаю. Причем меня еще ни разу не ловили. Да вот фиг тебе, убегай. Мне только что показалось, что он за мной бежит. Я испугался. Гарри, убегай. Иди лучше почини генератор. Давай лучше я тебя просто вылечу. Ну не убегай ты, вот, отлично. Ах ты, блин, с тобой как с маленьким ребенком. Бегать приходится за тобой. Чтобы был здоровый, половинка уже есть. На, блин, я ворота тоже хочу открыть. Давай, давай, лечи, лечи. Беги, беги, Маркус, беги, беги. Все, свалили, ребят. Мэри, молодец. Долгая катка была. Ну, в принципе, мы и заработали довольно-таки хорошо. Катка была веселая. 15 тысяч мы зарабатываем и 8 золотых. Напоминаю, что, ребятки, у меня премиум. Где он, кстати? Где премиум? Вот, это кто-то писал, ну, некоторые спрашивают, почему у тебя так много серебра, почему золото, почему ты рекламку не смотришь. Ну, потому что у меня премиум, вот, можете почитать. Вот, можно взять хотя бы на сутки за 100 голды. 100 голды можно за 2 дня накопить. Так что, в принципе, каждый может себе это позволить. Так, забираем шлема. Шлема забираем. Кстати, а что насчет кузнец? Можно, кстати, прокачать, попробовать, да, ее? Кстати, а если мы прокачаем максимальную вместимость? Мне вот интересно. До 10-го. Ладно, не знаю, может, давайте потом еще прокачаем. Наверное, серию надо отдельно снять. Что такое? А вы так можете? Ладно, пофиг. Это я просто колесико мышки. Так, кто у нас там дальше? Красотка Лина. Бункер, нам достался бункер, ну ладно. Так, что у меня есть? У меня есть компас. Он сюда прямо идет. Валим, 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 валим. Так, люблю компас. Он спасает нам жизнь. Так, у меня, значит, игра будет быстро, потому что у меня есть набор инструментов. С ним мы просто быстро все сделаем и свалим отсюда. Отлично. Пуф. Ребят, постараюсь каждый день снимать Horrorfield. Не знаю, получится мне или нет. Вот, ну, я все-таки рекомендую заходить иногда на канал AlexPlay. И чем лучше будет актив на канале AlexPlay, тем лучше будет актив на канале Daridi. Потому что я эти два канала... Стараюсь вести наравне. Вот.
Ой-ой-ой! И раз актива на канале AlexPlay когда меньше, да, я стараюсь больше там снимать видеороликов. Если на канале AlexPlay будет много актива, хороший актив, то я буду и на Дариде часто снимать. И Horrorfield у меня будет время снять. Вот. Ну а так я пока что стараюсь актив там поднимать, снимал разные игры. Вот. Хорроры по вечерам, да, ребят. А если дня не будет, хоррор или Dead by Daylight, значит я сильно был занят, ребят. Ну, так я стараюсь. Стараюсь снимать каждый день. Перерывы, да, конечно, у всех бывают. Потому что жизненные ситуации и все такое. Так, у меня нету аптеки, мне лучше не попадаться ему. Где он? Валим. Нет, не валим. Давайте дочиним. Он, кажется, дверь вышибает там. Все, я последний генератор починил. Теперь открываем ворота и сваливаем отсюда как можно дальше. Так, найс. Беги, я хочу там пробовать открыть. Не знаю, получится, нет. О боже мой, зря это затеял. Кажется, зря это затеял. Там тоже уже открыли, да? Мне просто было любопытно. Все, сбежал. Дедуля сбежал! Ура, 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 ура! Воу-воу-воу-воу-воу, нифига себе. Скоростная Алина. Так, ну что же, ребят? Легко. Легковецки мы побеждаем. 8 золотых забираем за то, что мы максимально все сделали круто. 10 тысяч. Маркус Брутал, let's go. Какие здесь красивые виды. Я, кажется, только удочку забыл. Хотел порыбачить. Ох, боже мой, ну ладно. Чиню я плохо генератор. Кстати, а пойдем сразу на мана. А чё бы нет? Давайте надерем ему задницу. Маркус, ой, брат мой Маркус. Что ж ты убегаешь-то? Давай вдвоем, я думаю, они бы накостыляли бы. А маньяк, смотри, там уже кто-то его бьет. Ах ты, блин. Мэри, да что ты будешь делать? Мэри, Мэри, Мэри. Не, иди сюда. Сейчас мы тебя спасем. Все будет хорошо. Не переживай. Так. Главное, не убегай. Я тебя сейчас вылечу. Тогда ты убежишь. Вся надежда на дедушку, ребят. Дедушка может быстро починить все генераторы. О, постелька. Можно прилечь, отдохнуть, а чё бы нет, а? После тяжелого трудового дня. Так, о, постелька на двоих. Так, жалко нету Лины. Потому что Мэри занята Джеком. Ладно, постараемся разобраться. Не знаю, что тут куда вставлять. Ой, боже мой, брат! Брат по крови, я бегу. Бегу тебя спасать. Так, там уже чинит генератор, это хорошо. Все нормально, ты опять напился, боже мой, ты постоянно пьешь. Сколько можно? Так, мы же с тобой близнецы, почему ты один пьешь? Так, стоп, стоп, стоять. Я тебя сам вылечу. Мне нужны дополнительные деньги, и мне нужно, чтобы вы все сбежали, все. Я хочу сбежать последний сегодня. Так, что там, починили геник? Да, починили, отлично. А я, наверное, в дом сейчас пойду. Тук-тук, тук-тук. Тут пока починю. Блин, надо что... Где? Мэри, беги! Надо спасать ее. Где он? Где он? Я не хочу, чтобы он Мэри помял. Мэри нам нужна. Отлично, она уже вылечилась. Нифига себе, красотка. Ты просто красотка, отлично. Так, ребят, держимся вместе. Я вас еще прикрою. Так, бежим. Иди сюда, говнюк. Иди за мной. Промазал. Ха-ха-ха-ха. Че, побежишь за мной? Беги, беги. Беги, беги, беги. Отлично. Так и надо. Надо помансить. Так, сюда теперь. Отлично. Так, неплохо. Смотрите, испугался, убежал. Дедуля, только не дедушку, не надо, пожалуйста. Блин, где он? Куда он убежал уже? Да ё-моё.
Пойду спасать пока дедушку. Все будет нормально. Хорошо, что он повторно никого не ловит. Один раз Маркус посидел, один раз Мэри посидел, один раз Маркус. И сейчас Фил тоже посидел. Все, больше вам, ну, Фил во всех смыслах посидел. Вот. Так, ладно, все. И убегай. Гранатки-то у меня нету. Ладно, я могу, конечно, удар на себя взять. Пойду, наверное, дедушку прикрывать. Дедуля, беги. Где он? Промазал. За мной, беги. Отлично. Беги, беги, беги. Все очень хорошо, все по плану. Она все идет по плану. Отлично. Маркус, ты-то куда, блин, полез? Боже мой. Я что, зря все это делал? Ах ты ж, блин. Мэри поймал, кажется. Реально поймал. Надо убежать, надо убежать. Какого черта? Беги, 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 беги. Мэри, убегай сейчас. Сейчас прям убегай. Со всех ног. Все, беги. Мне тебе некогда спасать. Она тут не может пройти. Блин, фигово. Мне гранатка еще не перезарядилась. Мэри, боже мой, я надеюсь, ты убежишь. Она себя лечит, отлично. Пойдет сюда? Блин. Что делать? Пойду наверх посмотрю сейчас. Наверху путь свободен. Блин, а Мэри вниз, кажется, пошла. Ладно, у меня есть граната, все нормально. И кольцо почти перезарядилось. Так, ну тут понятно, что мы делаем. Надо, чтобы он убежал. Давай быстрее, только пожалуйста. Только не убегай никуда. Боже мой, Мэри, я же говорю, никуда не убегай. Он за мной не пошел, вот прикол. Он реально за мной не пошел, офигеть. Мэри, глупышка. Ну, Мэри-то, понятно, умерла. Прикол, маньяк не пошел за мной. Давай напоследок. Ладно. Жалко Мэри. Не, ну это было эпично. Я был рядом, нет бы, чтобы меня добить, да? Он побежал за Мэри. Но мы неплохо, ребятки, сыграли. 15 тысяч заработали. В общем, таки, ставьте лайк, пишите комментарии. Советую вам всем посмотреть плейлисты, какие видеоролики я еще снимаю на канале Дариди, и также заглянуть на канал AlixPlay. Ссылочка будет прямо сейчас, вот ты видишь, вот ссылочки на всякие разные видосики и на канал AlixPlay. И вверху справа, и в описании, в общем, везде найдешь. Можешь просто на ютубе AlixPlay набрать, и ты обязательно меня найдешь. Жду тебя на канале AlixPlay. Всем пока-пока, до скорого.